Кто там дверь открыл? Дверь закройте сзади. Стасик, в лифте родилась. А вдруг? Из комнаты выходишь, двери за собой закрывать надо. Кяй, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И сегодня вместе с бухлишко девушкой Стасиком, повелительницей уток, гуськов, сусликов и всех животных на этой планете Мии. И, конечно же, хлебобублочному, ЧСВшному, вечно мрачному, недовольному, самокритичному, иногда дебильному. Пописяки, вот это хлебушку, хлебушек, ты здесь самый жизнерадостный. И сегодня нашей дружной компании наркоманов мы устраиваем новый челлендж. На одной половине карты 80 подарков, и на второй половине карты тоже 80 подарков. 60 подарков из 80 содержат в себе алмазы, а остальные 20 содержат или дробовик внутри, или гранату, или наковальню, или лаву. 20 подарков из 80 смертельные, остальные с алмазами. И нам нужно угадать именно те подарки, которые содержат в себе алмазы. 3 подарка содержат в себе записки с посланиями. Одна записка увеличивает весь твой выигрыш в 2 раза. Вторая записка останавливает игру, и ты прекращаешь в нее играть с теми алмазами, которые ты смог добыть до этого момента. И третья записка забирает у тебя все алмазы. Можешь сказать то, что ты проиграл. Поэтому лучше на эту записку в каком-то из этих всех подарков не натыкаться. И, естественно, хочу сказать огромное спасибо тому подписчику, который под предыдущей серией «Выбери правильно» предложил эту идею. Как он сказал, эта идея с подарками принадлежит Владу А4. И он решил адаптировать эту игру в Майнкрафте, предложить нам эту карту, чтобы мы на ней поиграли. Поэтому спасибо и подписчику, и Владу Бумаге за такой прекрасный челлендж и за такой прекрасный ангар, в котором мы сегодня с моими подписчиками проверим, кто же из нас круче, сильнее и вообще достоин собрать как можно больше алмазов. Начинаем мы с Мии, потому что в прошлой серии начинали вот эти пописяки хлебушек со Стасиком. Но ничего, пацаны и пацанята, мы сегодня в этой серии с Мией вас вдручим, а то вы в прошлой серии над нами просто поиздевались. Мия, надо выбрать что-то хорошее. Никаких гранат, никаких дробашей, только алмазы. В конце, какая команда соберет больше всего алмазов, та и выиграет. Мия, я предоставляю тебе первый выбор. Давай. Какой подарок ты выберешь? Только, пожалуйста, чтобы там не было сразу окончания всей игры, потому что мы тогда точно проиграем, и они нас в очередной раз дрючат. Выбери какой-то хороший подарок, пожалуйста. Вот я выберу вот этот. Я уже что-то неудачное выбрал. Да почему мне так не везет 80 подарков? У Мии алмаз. Ура, у нас первый алмаз! И наковальня, которая сейчас мне прилетит на голову. Хлебушек, беги вот в ту дверь, побеги, пожалуйста. Угу. А я вот здесь постою, вот здесь постою, в ожидании чуда. Хлебушек, не тяни кота за яйца! Давай, бросай! Ага, да, спасибо. Прощайте. Кстати, каждый раз, когда кому-то попадается смерть в подарке, он должен отдавать 2 алмаза своему противнику. Но учитывая то, что мы с тобой, Мия, успели только 1 алмаз выбить, поэтому отдавай 1 алмаз Стасику или хлебушку. А я пойду открывать еще один подарок. Давай, не будьте жматихой. Опа! Выбил алмаз, у нас 2 алмаза. Так, Мия, давай. 1. 2, у меня уже 2. Так, выбирай ты что-то, пожалуйста, только что-то хорошее. У меня такое ощущение, что я сейчас опять сюда... Что тебе выпало? У нас тут проблема. Ладно, держите. Все, что я только что забыл, я сразу же профукал. Давай гранату, Мия, давай быстро. У нас сейчас с вами будет жареная утка. По крайней мере, я так предполагаю. Мия, пока. Ты там жива? Я не знаю, сколько мы с тобой уже подарков открыли, но что-то как-то нам не везет, потому что у меня до сих пор... У меня 0 алмазов, чтоб ты понимала! Ладно, Мия, давай, открывай. Я открою вот этот. Алмаз! Один есть. Кстати, пока ты там открываешь какой-то подарок, в любой момент любая команда может остановить игру и уйти с тем выигрышем, который есть у нее на данный момент. Мия, мы с тобой можем уйти прямо сейчас с одним алмазом. Как ты думаешь? Опа, с 2 алмазами, хорошо. Давай вот этот. С 3 алмазами! Фух. Так, ну если кто-то из нас умрет, уже в минусе не будет. Хочу вот это открыть. 4 алмаза. И вот это хочу открыть. 5. 6. Ну, пока нам везет, но сейчас, мне кажется, карма на нас 100% отыграется. Ты вот этот хочешь открыть? Или какой? Давай, открывай. У нас здесь снова проблемы. Я готов.
И ура! Ура! Вот это! Ура! Мия, у меня 5 алмазов! Давай, давай, открывай, открывай, открывай. Открывай. Давай, забирай, забирай, забирай. 6 алмазов. Я открою вот этот. 7 алмазов! Нормально. Мия, мы можем уйти в любой момент, пока не поздно. А то мы можем открыть подарок, где будет просто смерть, и мы потеряем все наши алмазы. Ладно, давай вот это. Нет! Подожди! Что там было? Что там написано? Йо, не пугай меня, пожалуйста. 2 алмаза противнику. Вы фраера зажравшиеся. Держи. Один алмаз отдал? Один алмаз отдал тебе случайно? Да, ничего, ничего. Нет! Х2! Х2! Так, Х2 означает то, что все алмазы, которые есть сейчас, у нас суммируются, и каждый следующий раз, когда мы будем выбивать какой-то алмаз, он будет добавлять еще плюс один. Ну сейчас пронесло. Так, у меня 10 алмазов, у Мии 4, да? Считай, сколько алмазов ты сейчас будешь выбивать, потому что в конце они суммируются в Х2. Ну, если нам, конечно, повезет. 1. 2. Давай, 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 да вот этот, давай вот этот. 3! Давай вот этот. 4! 5! Ух, так, Мия, нам пока что фартит, нам пока что фартит. 6, давай, следующий. 7. Давай вот этот. 8! Мия, никогда не поздно остановиться. Если мы сейчас остановимся, у нас с тобой уже будет, ну, почти 30 алмазов. Или нет, или давай еще парочку. Нет? Ну, мне кажется, что вот этот стоит открыть. Ё-твою. Только не говори, что там смерть. Дай сюда. Там попа. Конец. Вот прям реально карма отыгралась. Конец, это означает то, что все, мы больше не можем проиграть. Если бы там было написано смерть, тогда бы... Давай подсчитывать. В итоге, у нас с тобой... Давай посмотрим. У меня 26. Сколько у тебя? У тебя 4? Да. Тебя выкидывай, выкидывай. 4. Короче, мы смогли собрать 30 алмазов. Я не знаю, что с этого получится. Или вы переплюнете нас, мы прям нормально так закончили, именно на записке конец. То есть все, мы больше продолжать не можем. Вы готовы, дети? Я тебе торжественно вручаю свой лом, а ты мне торжественно вручи в голову лом Стасику. Вы готовы начинать? Наверное. Ну, наверное. Ладно, но перед тем, как они начнут... Прямо сейчас надо мной есть подсказочка, обязательно посмотри предыдущую серию, потому что именно в той серии вот эти два чубзвета нас с Мией, ну, немножко отымели. Я очень надеюсь, что вот эти 30 алмазов, которые сейчас находятся у меня в кармане, смогут сделать свое дело, чтобы мы с Мией отымели их в этот раз. Чё расселась? И ты чё расселся? Давайте, давайте, давай, 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 приступайте, приступайте, 80 подарков ждут. Алмаз? Алмаз. Молодец. Второй алмаз. Ой. Что там? Два алмаза противнику. Два алмаза противнику? Опа, Мия, давай, 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 на бочку, Мия, у нас с тобой уже 32 алмаза. Кстати, я забыл то, что мы можем еще и на этом вырулить. Что там было, Стасик? Алмазик. Алмазик, давайте, давайте, давайте. Там еще одна записка была, я видел. Ну, если там смерть, то ты просто настоящий лохопут. Там Х2! У них Х2! Ладно. В конце все алмазы суммируются. Так, давайте, давайте, давайте. 2. Слушай, Мия, что ты меня знаешь, одно место только что немножко зачесалось. Что там? Что там? Лава! Лава! Давай сюда, давай сюда, давай сюда. Ладно. Стасик, можешь, в принципе, вот сюда, да. Сейчас горячий душ с пенкой. Вот это тоже держи. Вы мне 2 алмаза отдали? Давай, давай, на бочку. Мия, у нас с тобой уже 3-4 алмаза. Открывайте дальше, мои дорогие друзья. Поаккуратней. Лучше, конечно, аккуратней. Так, там был алмаз. Хлебушек, хорошо подумай, что там было? О, что там было? У тебя? Вот. Ага. Ты как там? Мия, как он там? Жив? Нет. Нет, ну ладно. Вам просили заплатить 2 алмаза за мою смерть. Ага, спасибо, спасибо, спасибо. Пока Стасик вылетела, открывает подарки у нас хлебушка. Еще плюс один алмаз, давай, 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 еще один алмаз. Мия, они сейчас на вот этом Х2 просто здесь так нафармятся. Да он просто ломает рандомные подарки, ему всегда алмазы выпадают. Да как ты так делаешь? Не знаю.
Хлебушек, ты понимаешь, что нам просто нужно набрать больше 30? Больше? Есть, ну, больше... не больше 30, а больше 36. Хлебушек! А. Потому что у нас сейчас 36. Ты в любой момент можешь остановиться, и мне кажется, пора остановиться прямо сейчас. Он выбил, чтобы ты понимала, он выбил две записки! Давай, 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 хлебушек, давай. Тогда не... нам надо 18 алмазов. У нас же их 2. Да, да, вам нужно 18 алмазов. А угу. У меня 16. У тебя... А у меня 3. Вы можете как бы продолжать дальше, продолжайте дальше, продолжайте, продолжай. Угу, угу, угу. Угу. Ну вы, вот сейчас вы можете сравниться, вот, вот еще один алмаз, и ты уже сравняешься со мной. Давай. Угу. Вот ты сравнялся со мной, собака, ты такая сутулая. Угу, хорошо, давай. Давай, давай. Да не бегай, открывай уже наконец-то! Я думаю. Думать в этой игре плохо. Чем меньше ты думаешь, тем больше тебе алмазов выпадает. Вот мне кажется, вот можно какой-то вот этот открыть. Я вот не знаю, допустим. Ты посмотри на эту собаку, да не только алмазы выпадают. Да что это за такие... В одну команду нельзя пихать Хлебушка и Стасика, они просто лакеры настоящие. Давай открывай еще один подарок, если яйца не жим-жим. И вот это. Посмотри на него. Ты на него посмотри. Ладно, открой еще один. Докажи, что ты мужик, докажи. Последний. Хорошо, нет. Предпоследний, давай. Ну хорошо хотя бы. Дай сюда, Мия, я хочу его шандарахнуть. Дай сюда. Что там, ружье? Нет, два алмаза гони на бочку. Два алмаза, опа, опа. До свидания. Ну мне кажется, вот ты не открыл. Да, открывай вот подарок, который ты только что хотел открыть. Собака. И давай еще. Ты посмотри на него. Ладно. Вот на том, на котором я сейчас стою, мне кажется, он хороший прям. Если ты его нагрел свои пятки. Я его сюда нагрел, давай. И там теперь плохое. Там не будет плохого, я тебе даю. Опа. Смерть. Я же сказал, не слушай его. Ну, я поздравляю в первую очередь нас с тобой, Мия, потому что я Хлебушку смог загореть зубы, а ты, Хлебушек, слишком доверчивый. Тебе... Ура! У нас 38 алмазов! Хлебушек, ну зачем ты меня слушался, а? Я говорю, ты его нагрел своей пятой точкой. Я честно, я не знал, что там внутри. Как бы, Хлебушек, давай с того начнем, то, что я никого не заставлял открывать алмаз. Я ж тебе не угрожал оружием, да? Ты мог остановиться в любой момент, но он решил продолжать. Ты придурок, блин. Я же говорил тебе, остановись. Это он виноват, он своей пятой точкой нагрел его. Сейчас, мы его нет, да я-то тут при чем? Да я до свидания. Да я просто здесь сидел на одном подарке. Я реально, ну я не мог даже предположить то, что именно в этом подарке будет смерть. Хватит умирать, сухарик, все, хватит! Вот видишь, мать, до чего ты довела сына? Вот вылетела из игры, пока тебя не было, он здесь всякую дичь натворил. У него ж было намного... Сколько у тебя вот сейчас алмазов, сухарик? У него было больше, 21. Чем у вас. 21 алмаз плюс 3 алмаза у Стасика, то есть получается у них там примерно, если суммировать, 50 алмазов, а у нас 38. Лашпеды, что я могу сказать? Что ты, мать, что сухарик? Сухарик, хватит, пожалуйста. Ага, спасибо. Жарим утку на костре. Чур меляху. На этом мы закончим эту серию, а ты нам дай знать в комментах, понравилась ли она тебе или нет. И, конечно же, поставь лайкусик. Давай наберем 29, как обычно, 4,5,831. 39 умножить, разделить, помножить, умножить, квадратор, четверть, червь, кобздец лайков. И тогда обещаю то, что выйдет новая серия, выбери правильный. Стасик, лучше бы ты такое не говорила. Чё ты несёшь? Следующий на костёр Стасик. Я тебе скажу огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. На самом деле можно еще хлебушек поджарить. Хлебушек на костре. А перец, нет, давайте перец не надо, гриль перец он невкусный, а вот хлебушек вкусный. Смотря какой перец, если сладкий перец, то очень вкусно на костре получается. Можно, я проверяла. Можно меня не надо на костер, пожалуйста.
Mm-hmm.